No. No, what do you want from me? Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате Perception. Запасайтесь булками и готовьте лимонад, друзья, потому что мы продолжаем продвигаться дальше. И мы сейчас должны... Что мы должны? Туда попасть мы должны. А почему мы сюда пришли, я не помню. Ну ладно, видимо, что-то нам здесь нужно. Хорошо. Так. Вообще мы ищем пистолет. Если кто-то забыл... Так, в принципе, здесь ничего нет. Здесь пусто. Ладно, утопываем. А, стоп, вот, я вспомнил, ребята, я... I'm gonna need to get up in that attic. Guess I'll have to find something to pull that door down. Ага. Я вспомнил. Oh, I'm certainly trying to keep busy, dear. You should see how tidy my stitching has become. But I need more. I'm not the putter around type, you know. Come, let me show you what I've been studying. Ёлки-палки, как я испугался этого резкого звука. Это просто кошмар. Кошмар. Кошмар какой-то. Ой, кошмар, реально. Так. Ладно. Проверим все двери сейчас. Награда, я думал, вот это вот. Believe me, Principal Weathers, I'm very proud to have my name and time on the girls' track banner, but I hold the best time overall. You've said to be grateful with what I have, but what I have is the school record. I'd like to formally petition to have my name sewn on there. Так, девочка была требовательная. Так, похоже, что все, вниз, стопать. Так. Я не очень хорошо помню планировку нового измененного здания. Там дверь есть. Стоп, и еще что-то лежит. Веточка. Good Catholic girl, but these rotten sticks I keep finding are enough to take the Lord's name in vain. Every time I clean, I find them, or one of those little rag dolls. Jean says he never saw the likes of them his whole childhood here. Куколки, видимо, те куколки, которые мы уже находили. Вот, кстати, одна из них. Нет, заперто. На улицу нас не пустят. Хорошо. Найдем, куда отправиться. Так, здесь мы были. Это столовая. Там она, собственно, отравила своего мужа. Камин по центру комнаты, такой здоровенный. А, двойной. Там еще проход. Эту дверь мы откроем? Нет. Это, видимо, тоже выход на улицу. Ну да, раз окна есть, то само собой. В принципе, логично. Так, туда нас все равно ведет. Стоп, подождите. А, вот.
Вот же, собственно, дверь, а я запутался. Wait. Where am I? А черт его знает. Ой! Mot de passe. I'm sorry. English. Anglais. Real smooth, Cass. Maybe Delphi can help. Ну да, в принципе, переводчик и все. Mot a pass. Пароль он спрашивает, я думаю. Password. Во. Time to get Sherlocky, Cass. Он спрашивает пароль. Пароль. А где мы можем пароль найти? Давайте еще раз постучим. Вдруг мы его уже находили, и она скажет теперь. Эй! Француз! Ты там чё? Ладно, видимо, все-таки нужно найти что-то. Так. Давайте уже здесь, в этом помещении посмотрим, так уж и быть. Где может быть пароль? Так, если бы я был паролем, где бы я спрятался? Так, ну туда сходим, само собой. Хорошо, когда есть подсказка. Очень хорошо. Без подсказки сложно ориентироваться здесь. Вот, что-то есть. Child, the house unsettled me a bit too. It's always been a creaky, morose place with too many moths, but that's all. No voices had ever spoken to me, no visions ever assaulted my senses. The only ghosts I've encountered are out here overseas. But enough morbid talk. Your loving husband, Jean. Вот он нормально здесь жил. Твою ж дивизию, ну хватит так пугать. Locked. Ну, само собой. Само собой, нужен ключик. Так, ты не взлетишь потом, не полетишь на нас? Это кто здесь животных убивал? Какая скотина? Ужас, как так можно жить, когда трупы животных висят над тобой, головы отрезанные? Лучше бы уже человеческие повесили. Так, стоп, не сюда. Нет, стоп, сюда нужно. Может, какой-то из голов спрятано во рту, допустим, в пасти, нет? Так, нам нужно найти еще и ключик. Ключик и пароль. Приложение Friendly Eyes. Дружественные глаза. Что за приложение? Что оно делает? Connecting to a live community user. Hey there, Cassie. Nice to meet you. I'm Nick. Just started using this app. Pretty cool, right? Anyway, happy to help. Just waiting for the image to come through. Okay, there it is. Looks like a lockbox. Oh yeah, there's a little latch on the side there. Kind of hard to notice. Once you flip that, it should open. I'll be in your contacts now, so hit me back whenever. Okay. Это типа приложение, которое связывает тебя анонимно с кем-то, кто может тебе помочь. Круто. Ой! Я прям чувствовал. Я прям чувствовал. А камера меня сама туда повернула. Это не я повернулся был. Я как раз только собирался сказать, что почему-то меня развернуло. Так, здесь ничего на самом деле... Нет, это трещина, ничего нету. А нету двойного дна, например, почему бы не проверить? Вдруг там какая-то еще одна секретная защелочка. Так, игра сохранена, это уже прекрасно. Is she going to nursing school now?
Либо она не на медсестру учится, она, не знаю, на маньяка какого-то. Что капает? Что? Это что? Это крест? Это культ какой-то здесь был или что? Какое место интересное, смотрите, чтобы спрятаться. Там за стеной что-то капает. Так, погодите, давайте осмотрим сначала это помещение целиком. Вот, к примеру, записочка нет, я не могу ее взять. Спрятаться, спрятаться, нет, прятаться нам не нужно. Кстати, довольно любопытно, а кто будет за нами гнаться, если мы слишком много, в общем, будем стучать? Ну, не хочется проверять. Как-то абсолютно не хочется. Тем более, вроде как сейчас мы можем стучать. Безопасно. Так, ну окей, вроде как все, можем топать. Чуть, ребята, я прям попой чувствую, что там что-то страшное будет, да? Приложение Friendly Eyes к зеркалу? Это ж зеркало, я так понимаю. Надо раковины. Само собой зеркало. Connecting to a live community user. Hi! Again. It's got cat sitting for friends, so I'll be here all day. Let's see, picture's coming in now. Yikes. Someone wrote the word Durham over and over on this mirror. Looks like it's written in lipstick. Weird. Darren. At least I hope that's lipstick. I need to get out more. Let me know if there's anything else I can help you with. Darren, это, видимо, пароль. Darren. Много раз написано, и, скорее всего, не помадой, а кровью. Он-то подумал, что помадой, а может быть, действительно помадой написано. Darren. Вообще, я боюсь сейчас туда двигаться. Ну, прям видно, что замануха. Это прям чувствуется. Так, а я не могу ничего сделать. Так, нет, теперь я понимаю, что замануха, но я хочу увидеть, что там. Звуки там стрёмные очень. Смотрите, там что-то... Ну, пустите меня. Слушайте, может отойти нужно? Сейчас оно заорет и откроется. Отвернулся даже. Ну, давай. Нет? Все равно нет. Слушайте, это странно. Ну, блин, я любопытный до ужаса. Я не могу прям, я не усну сегодня ночью, пока не узнаю, что здесь. Тут ваш опыт входит. Может, потом как-то по сюжету оно все откроется. Проверим сразу, дверь это не открылась. Нет, значит, идем пароль говорить. Так, стоп. А где? Ага, вот сюда вроде направо, да? Да, вот так вот. Так, а то мы читали записку. Так, стоп, куда? Нет. Вот так вот. И сюда. Да, правильно, вспомнил я. Так, пароль у нас Darren.
Нет? Ну, я думал... Так. Интересно, девки сели на шпагат. Я-то думал, я нашел пароль. Стоп. Куда это нам подсказывает идти? Здесь нет двери? Сбоку нет, только наружу. Это кровать, что ли? Койка? Я ведь осматривал этот стол. А теперь мы можем взять ее. То есть вот как бывает. Кстати, стоп, а что здесь? А нет, ничего нету. Я думал, что-то загорожено, потом как откроется, да как заорет. Веточки. Куча веточек. Про которые мы читали. Точнее, слушали воспоминания. Daddy, I hope your dear old friend can help a gal out. Come on, Corporal Roger Del Rey, I'm counting on you. Dear Mrs. Jean Martin, my dear, I remember your father well and am forever in debt to his many sacrifices in the name of freedom. He was a frank man, so you'll forgive me for being frank when I say that he'd roll over in his grave if he knew I'd put his sweet girl in the line of duty. What? Father would be proud of me. Back to the drawing board. Go get him, Betty. That can't be good. Да вы что, издеваетесь? Она хотела быть военной медсестрой. Так, нет, вроде ничего не происходит. Вроде все в порядке. Ух. Здравствуйте, приехали. Так, а здесь дверь не открылась? I know this isn't real. It can't be. The house is warning me. It's telling me. I need to be the one to save you from the enemy. Кого спасти? От какого врага? Ёлки-палки, приседать нужно. Не могу я приседать на кнопку С. Сейчас. Это... Мне нужно правой рукой приседать, потому что, блин, левой рукой я приседаю на контроле. Так. Сюда мы, видимо, не... Так, это окно вообще вроде. Ну, в любом случае, сюда мы никак не попадем. А, вот, все. Ёпарсота, где мы находимся? Это уже... Это уже не дом вообще-то. Казематы какие-то. Так, дверь, но почему-то я не могу даже попытаться ее открыть. Ой! Those bastards. Какие твари? Какие твари? Мне это не нравится, я не хочу тварей. Я и так ни черта не вижу. Какие твари? Еще твари только не хватало. Я тут сейчас как слепой котенок. Тыкаюсь от стены до стены. Crapped bastards. You don't belong over there. I do. When I find that gun, I am going over there. And there will be hell to pay. For
Felicia was paranoid about her baby. Is the house making Betty paranoid about what's happening to Jean overseas? Так, стоп, а может быть, то не муж был, кого она убила? Нет, или муж-то вроде как на войне у нее был? Или он вернулся, она его убила? Я пока что как-то вот не понимаю, что за фриц, что там? Она хотела на войну. Это что такое? А, документы. Портмоне. Delphi, text to speech. Chantal. Maybe this would work at the door. Шанталь. То есть это может быть паролем? Ну хорошо, а я думал... Какое там было слово написано много раз на зеркале? Я думал, то пароль. Ладно. Так, здесь вроде записка есть. Aha, the wasps. Boy, I'd love to slip into the cockpit of a twin beach. Thank you for your interest in the Women Air Force Service pilots. Unfortunately, all our wasps must have their pilots' licenses issued before the start of the war. Well, that's just foolish. I'm a fast learner and... Oh, well, no use crying over spilt milk. Once more onto the breach. Понятно. Она не хотела быть именно медсестрой, она хотела быть хоть кем-нибудь на войне, она просто хотела воевать. И согласна была уже кем угодно быть. Медсестрой, пилотом, да кем угодно, лишь бы попасть на войну. Конечно, это странно. И, видимо, из-за того, что ее не брали, хотя это странно, на войну обычно наоборот берут всех подряд. Хочешь, не хочешь, насильно берут, а тут она хочет, а ее не берут. Это очень странно. Видимо, ей пришлось что-то сделать. Взять револьвер и начать войну самостоятельно. Раз не хотели ее брать на настоящую войну, она устроила себе свою войну. Видимо, немного повредилась головой на этой почве. Но пароль у нас есть. Шанталь. Так, стоп, почему я не могу двигаться? Ага, все нормально. Ай, опять приседать. Сейчас. Так, есть, идем дальше. На всякий случай проверим эту дверь. Нет. Стоп. Куда-то я в тупик заперся. Тяжело быть слепым. Тихо-тихо. Идите в задницу. Да. Спрячься. Слушайте, это не по плану. Это не по плану. Я так не хочу, я так не играю. Оно само по себе появилось. Ёлки-палки. Ну хорошо, что здесь много кроватей есть. Прям прячься не хочу. А если бы это было в другом месте, я бы запаниковал просто. А это не то существо в балахоне, которое мы видели уже. Может быть. Тогда мне очень интересно, что это за существо. Почему оно нас так не любит? Почему оно хочет нас найти? Шанталь. Шанталь. Что такое Шанталь? Это все двери? Столько дверей? Так, давайте, значит, по левой стороне пойдем. Так, проверим вот эти. Окей. Я надеюсь, это будет не лабиринт. Что это за помещение странного назначения? Так, стоп. Я открыл дверь, но как мне туда пройти теперь? Ч
Чё-то я не понимаю. Что можно было остановить запись? Давайте остановим, а то она мне уже муляет. Какого лешего? Ой! Ой, какое пошлое действие мы наблюдаем. I'm sorry I haven't found the gun yet, but I'll get it to you no matter what. I'm coming. Just you wait. А она хотела передать револьвер, что ли, своему мужу? Я немного не понимаю. Зачем? Здесь, то есть муж на войне был, а она здесь сексом занималась. С солдатами. Может быть, таким образом она хотела как-то передать револьвер, то есть чтобы кто-то взял его и отвез ее мужу? В принципе, может быть и так. Я не помню, видел ли я в какой-либо игре секс призрака с трупом. Такой флешбэк. Жесть. Так. Походу заперто. Нам туда нужно, окей. Но зачем мы сюда тогда топали? Просто чтобы увидеть этот флешбэк? Только для этого? Так, а туда мы как попадем? Здесь у нас... Опа-па-па-па! Снова-снова дом начал на нас охоту. Снова опасно много шуметь. Туда. Ага, поняла, где мы находимся. Все, снова в этой ее больничной... Она его все-таки нашла. И она хотела как-то в трюме куда-то отправиться, видимо. Так, нам сюда. Раньше эта дверь была закрыта. Кстати, а здесь у нас вернулась ванная или нет? Тихо. Вот мне интересно, смогу ли я теперь что-то сделать? Нет. Блин, любопытно. Как же любопытно, что там? Так, вижу записку. Стоп. Нет, мы ее взять не можем. Но что-то здесь издает шепот. Если я так понял, если что-то где-то издает шепот, мы можем что-то взять. А, вот она. From the office of John Treebook. Oh, yes, the fellow from the local recruitment office. I'm sure they'll have something for me to do overseas. Dear Mrs. Martin. We appreciate your numerous requests to be placed in the field, but believe me when I say the most action you'd see is from behind a desk. Excuse me? What? I'm sure you're a top-notch typist, so why don't you come down to the boss typing? I wonder what an itchy trigger finger would do to a girl's word per minute. Oh, cheer up! Betty, you'll get there yet. Да, она очень настойчивая. Но ее вот не берут и все. Это труп? Ёлки-палки. Что это?
Теперь куда? Куда-то наверх топать, на второй этаж. Видимо, сюда мы потом попадем. Пропадет эта колючая проволока. Очень любопытно, ребята. Но знаете что? Давайте мы продолжим уже завтра. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.